Всем привет, меня зовут Никита, и сегодня я вам расскажу, как продлить срок службы ваших наушников. Думаю, многие из вас сталкивались с таким явлением, как поломка наушников, из-за того, что провод наушников ломается именно в этом месте, из-за того, что они лежат в кармане, и провод изгибается под не очень приятными для него углами, и провод внутри ломается, и наушники приходят в негодность. Что нам для этого понадобится? Нам понадобится для этого обычная вот щелкающая вот такая вот ручка. Для этого мы ее разбираем и достаем оттуда самую нужную для нас вещь, это пружинку. Пружинку немного расширяем на одном конце, и теперь мы ее должны нанизать на наш шнур. Нанизываем так, чтобы провод должен был оказаться в середине нашей пружинки. И теперь, собственно, нанизываем его на основание наших наушников. И тем самым закрепляя его. Вот такая вот получилась у нас простая конструкция, которая не позволит нашим наушникам изгибаться под не очень приятными углами для них же самих. Так вот, что у нас получилось. Так они будут изгибаться, если появится какое-то натяжение. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам это поможет.